здесь делаем вообще? Ну, как что? Мы дышим воздухом. Это очень полезно, особенно тебе. Ты такая бледная. Кать, я вообще поражаюсь, как я на все эти твои авантюры соглашаюсь. Удивительно. У меня вообще другие планы были. Да? Да. Все выходные просидеть в музее? Тебя там скоро вместо экспоната будут показывать. Вот здесь копия Давида, а вот здесь подлинник Нины Гуськовой. Не собиралась я сегодня ни в каком музее сидеть. У меня работа. Да? Да. Ну, правильно. Не музей, так работа. Отлично. Так, значит, смотри. Вот тот, который в темном, это Дима. А вот тот, который в светлом, это Егор. Я же тебя просила, не надо мне ни с кем знакомить. Слушай, ну в чем проблема-то? Просто сходим в кино с двумя симпатичными ребятами. Ты их первый раз видишь, наверное? Нет. Егора первый раз, а Дима 8. Привет. 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 Здрасте. Значит, знакомьтесь. Это Дима, это Егор, а это Нина. Приятно. Лучший архитектор нашей конторы. Катя мне не говорила, что у нее такая прекрасная подруга. Это вам. Да Катя вообще ничего не говорит в последнее время. А по вашему проекту что-нибудь построили? Слушайте, а покажите мне какие-нибудь ваши любимые дома в городе. А то я здесь недавно и не успел осмотреться. А, кстати, отличная идея. Да, отличная идея. Отличная. Пойдемте. Я совершенно забыла. Мне ж подруга кошку оставила. Какую кошку, Нина? Маленького котенка. Вылетел прямо с головой. Он маленький. Вот такой вот. Его ж кормить надо. Нина. Его он маленький. Почасовое питание. Простите, ребят, не ничего. Могу. Два часа кошка потерпит. Прости, ну правда. Ну такой маленький, ну жалко. Ребят, извините, правда, ну не могу. Ну, простите. Ну что? Кино? Пойдем, конечно. Ну, прости. Пойдемте, у меня кошек нет. Папа обещал прислать за мной свою машину. Где водитель? Я на экскурсию опоздаю. Водитель сидит в машине. Ну, правда, Ольги Николаевны еще нет, но я ей сейчас позвоню. Не надо никому звонить. Мы с Ольгой Николаевной договорились, что она подъедет прямо в музей. А, это бутерброды. На случай, если экскурсия затянется. Привет, как ты? Да у меня все хорошо. А ты что, опять на работе? Выходной же. Ну, не начинай. Лучше расскажи про себя. Что у тебя там нового? Да что у меня там? Все по-старому. Нин, ну нельзя же так. Надо же о личной жизни подумать. Кстати, угадай, кто звонил? Кто? Володя. Можно я ему дам твой телефон? Нет. Не надо ему ничего давать. Я вообще не хочу с ним разговаривать и видеть и так далее. Нин. Но столько воды утекло. Неужели ты до сих пор простить не можешь? Но оступился человек. С кем не бывает. Мама, тебе хочется, вот ты с ним общайся, ладно? Давайте завтра перезвоню, очень много работы. Пока. И кто это у нас здесь мусорит в офисе? Тамара Николаевна, извините, это я. Случайно. Ладно, сиди, работай. Все равно убираться буду. И что ты торчишь все время здесь? Такая красивая. Неужто парня нет?
Хорошего вечера. Да, хорошего вечера, Ильичка. Талантливая ты! Да, я понимаю. Заболоченный участок, но нет причин для беспокойства. Виктор Сергеевич, там... А, как же? Сделаем усиленное основание. Тоже свайный фундамент, но с большими диаметрами, большими глубинами. А получится? Да вы не переживайте, Валерий Николаевич. Виктор Сергеевич, там... А цена? А вы не беспокойтесь. Нет. Вы присылаете вашу документацию. Хорошо. А мы подготовим несколько вариантов, и все они будут в рамках вашей сметы. Значит, договорились. Я подготовлю документы на подпись. Евгений Ивановне, привет. Да, да, спасибо, обязательно передам. Олег, поехали. Привет, пап. Кира. А, если я ничего не путаю, ты сейчас должна быть на экскурсии. А где Ольга Николаевна? Пап, я в этом музее была раза три. Помнишь, у меня была... Няня такая зануда ужасная. Ты мне сейчас зубы-то не заговаривай. Я спросил, где няня? А я ее уволила. Ну, вот как-то так. Опять. Позволь полюбопытствовать, а почему на этот раз? Я уже достаточно взрослая и могу сама принимать решения. Сама ты будешь принимать решения, когда вырастешь. А сейчас ты живешь со мной. И будешь делать то, что я тебе говорю. Но я же все время на работе, и мне нужно знать, что ты под присмотром. А ты мне обещала, Кира. Обещала. Пап, ну пойми, нянька меня позорит перед друзьями. Олег, отвези, пожалуйста, Киру домой. А я доберусь на такси. Я тебе потом позвоню. Угу. Пап, ну вообще-то сегодня воскресенье. Нормальные люди отдыхают, гуляют с детьми. А деловые люди назначают встречи в свободное время. Пап! Я не могу отменить, Кира. На эту встречу я уже опаздываю. Между прочим, по твоей милости. А меня отменить ты можешь запросто, да? Пап, вспомни, когда ты последний раз куда-нибудь со мной ходил? Постоянно либо няньки, либо Олег. Пап, пожалуйста. Кира, ну сегодня никак. Я постараюсь прийти вечером пораньше. Угу. Знаю этого пораньше. Каждый день мне это обещаешь. Ну вот видишь, сама же сказала каждый день. Значит, мы с тобой увидимся каждый день. Я перезвоню. Мы с тобой раз в году не видимся. Экскурсия в музей отменилась. Да я в курсе последних событий. Похоже, агентство по подбору нянь тоже. А, то есть папа поручил тебе найти новую няньку, и ты тут же кинулся выполнять, да? А мое мнение по-прежнему здесь никого не интересует. Почему? Я с удовольствием выслушаю все твои предложения. А что толку? Решение в этом доме принимаешь не ты. Осмелюсь заметить, что ты пока еще не вправе. А вот это мы еще посмотрим. Да, похоже, назревает очередной военный конфликт. Добрый день, Виктор Сергеевич Леденев. Мы с вами договаривались о встрече. Виктор Сергеевич, родненький! Захар! Привет. Костя, ну ладно этот балабол. Как ты-то повелся на эту разводку? Вы как? Да он меня тоже развел, как маленького. Просто я раньше тебя приехал. Так а как вас собрать по-другому, скажите? Этот документ какие-то готовят, у тебя конкурс. А скажите, как можно поучаствовать в вашем конкурсе? А ты не шути насчет конкурса. Это, можно сказать, фестиваль. Ой. На котором можно получить хороший, качественный контент и в сжатые сроки. Ой. Хочешь поучаствовать? Ну? Становись сотрудником компании «Леденевстрой» и подавай заявку. Угу. Победитель получает реальный шанс заявить о себе. Так, ребят, ну ты понимаешь, Костя, как он сколотил состояние? Он же идеи ворует, вот у меня украл. Так, мужики, выключаем начальников, я тоже могу показать, какой я начальник, но у нас другие планы на вечер. Вот они. И еще. Я развожусь.
Ну или женюсь. Да, и я отлично провела время. А если бы кто-то не наврал про кота, держи. Ты вообще-то первая соврала. Можно подумать, если бы я сказала правду, что мы идем в кино не одни, ты бы согласилась. Тебе миллион раз говорил, не надо мне ни с кем знакомить. Кто-то же должен этим заниматься. Ты вон со своими проектами торчишь. Где ты себе мужика будешь искать? На рабочем месте? Я не буду себе искать нигде мужика. Понятно. Между прочим, отличные ребята. Даже поверили в твою нелепую байку про кота. Какая разница? Все равно сценарий один и тот же. Жертвуешь своим свободным временем, интересами, карьерой. А в итоге он встречает свою блондинку. Ну, ты все знаешь. Нина, ты неисправима. Давай пить чай. Я, между прочим, купила твои любимые эклеры. Да? Да-да-да. Несмотря на то, что ты такая зануда. Давай помогу. Вить, я тут участочек прикупил. 25 сотых возле озера. Спасибо, но мне нужен твой совет. Вот там у меня, видишь, сосны, а там овражек. Так. После... Ребят, ну, прекратили, мы же договорились. Никакой работы сегодня. Ты давай лучше рассказывай, что новенького. Нина, ну смотри, вот есть нормальные парни. И верные мужья тоже есть. Да может и есть они. Ну что, мне полжизни потратить опять, чтобы понять, что я снова ошибалась? С таким настроением ты только подлецов встречать и будешь. Это не подлость, это заложено в мужской природе. Ну вот отец, например, ну вроде неплохой у меня человек, но не мог ничего с собой поделать. И мама отказалась от карьеры ради него. Встала у плиты. Что, пополнила список обманутых женщин? Ты мне хочешь такую судьбу? Я не знаю. Мой папа, например, никогда не изменял маме и не изменяет. Твоя мама исключение. Слушай, ну так нельзя. Ну нельзя так. Ну нельзя никому не верить, всех в чем-то подозревать. Это опыт многих поколений. Мужчинам свойственна полигамность, а женщины они требуют моногамности. Очень вкусный эклер. Угу. Какая новая появилась? Ты что, решил допрос с пристрастием учинить? Ну какой допрос? Слушай, ты как про Киру и про работу, так тебя знаешь не остановить. А так ты сразу стрелки переводишь. Да, мы уже думаем, что ты от нас кого-то скрываешь. Ребята, у меня никого нет. Костя, давайте выпьем. Вот это? Хорошо. Давайте. Давайте. Я на секундочку. Кость, я тебя понял. Я тебя понял. Слушай, давай так. Ты мне пришлешь план участка. Там кратенько напишешь, что нужно сделать. А я подумаю, что можно сделать. Посмотри. Это что такое? Витя. Захар. Мне... Одного раза хватило, я два раза на одни и те же грабли не наступаю. Можно пройти? Спасибо. Витя. На, забери свой телефон. Витя! Да, видать, еще не отпустила. Ну, 10 лет прошло, ну сколько можно? Ну, женился неудачно, и что? Ведет себя как ребенок. Верит в какого-то этого Деда Мороза. А на самом деле, это мужик с мочалкой на бороде и в трико под тулупом.
Да, обратно не отмотаешь. Все, ребят, давайте закончим прения по этому вопросу. И вообще, мне уже пора. У меня Кира. Прошу прощения. Спасибо большое за вечер. Спасибо, Зах. Ведь ты... Костя, я тебе позвоню. Угу. Угу. Спасибо, я... все, счастливо. Я... Витя! Захар, слушай, у тебя сколько соток? Виктор! Слушай, тебе не надоело, а? Все работаешь, работаешь. Пойдем посидим где-нибудь. Слушай, не мешай, я почти закончила. И дальше что? Один проект, другой. Ну, что дальше? Дальше подведение итогов. Каких итогов? Ты меня вообще слышишь? Слушай, у тебя такой свет отличный в квартире. Угу, смотри, как корона. Дальше конкурс, между прочим, который начинается завтра. При чем здесь конкурс вообще? А конкурс при том, что это большой шанс, чтобы начать свое большое дело, а не заниматься всякими глупостями, Катя. У тебя, конечно, отличный проект, но... Это же так. Так даже еще лучше. Но как это поможет тебе устроить твою личную жизнь? А? Что ты заладила? Личную жизнь, личную жизнь. Ты как-то мама моя. Да? Ни одной... Давай. Ни одной вообще-то хорошо. Перестань со мной об этом разговаривать. Да? Да. А я вот себе сделала отличный педикюр, а показать его из-за тебя некому. Ну-ка еще раз. Сфотографируй свой педикюр. Это вариант, кстати. Давай тебя с проектом. Давай. Привет. Привет. Кира, почему ты вчера не приехала на экскурсию? А я вчера с папой в кино ходила. Неужели? И что смотрели? Тебя как будто это и вправду волнует. Ой, ну передо мной можешь уже не выделываться. Так бы сразу и сказала, что нянька не смогла, а одну тебя не отпустили. Не веришь, значит? Между прочим, Игорь вчера на экскурсии о тебе спрашивал, почему тебя нет. Да? Ну да. Кстати, тебе нравятся мои новые сапожки? Это мне папа из Милана привез. Кстати, из новой коллекции. Да, нормальные. Правда, мне кажется, они из прошлогодней коллекции. И они уже выходят из моды. Подумаешь. Хватит работать. Хватит работать, давай кофе пить. Ты мне проект готов. Осталось завизировать и на конкурс. Что, у себя? Да. Отлично. Давай, удачи. Удачи. Что там у вас, Нина? Георгий Алексеевич, мне нужна ваша виза. Забавно. А что это? А это мой проект на конкурс «Архитектор года», который устраивает наша корпорация. Из нее строили своих сотрудников. Вот, хочу участвовать. Занятно. То есть вы тоже решили осчастливить нашу корпорацию своим участием в конкурсе? А при чем здесь я? По условиям конкурса нужна подпись руководителю бюро. Вы вроде таковым и являетесь. Ниночка. То есть вы непонятно чем занимались в свое рабочее время, а подписывать все это должен я. А что у вас по жилому кварталу в филях? Так все готово, я вам отправила на почту. А по расчетам квартала на Ленинском? Этот проект курирую не я. Теперь вы. Приступайте, заказ срочно. Хорошо, так что с моим проектом? На первый взгляд ничего особенного. А давайте сделаем так. Вы закончите расчеты квартала на Ленинском, а после этого мы обсудим ваше участие в конкурсе. Вы же его даже не посмотрели.
Я же сказал, на первый взгляд ничего особенного. Да поймите вы, Георгий Алексеевич, время подачи заявки на конкурс ограничено. Пожалуйста, ну подпишите. Ниночка, не могу. Почему? Мне надо его тщательно изучить. Но на это же уйдет уйма времени. Ну и что? Но я же ваш руководитель. И если я ставлю подпись на вашем проекте, это значит, я несу за него ответственность. Да какую ответственность? Я автор проекта. Вы-то тут при чем? А вы тут ни при чем. У себя? К нему нельзя, он занят. Только подписывай. Ты глухой, что ли? Он занят. Давай я подпишу сам. Я сам. Георгий Алексеевич, вы... Послушайте, Гусько, если вы хотите опозориться перед Леденевым, то пожалуйста. Ну, как вы правильно заметили, я ваш непосредственный руководитель. И я не хочу лишиться своей репутации из-за вашей бездарности. Да какой репутации? Да у вас уже репутация бездарного руководителя. Вы же боитесь тех, кто талантливее вас. Вы же душите на корню все идеи. Только и можете, что создавать типовые хрущевки. Да и те уже были созданы до вас. Прочь из моего кабинета. Наша корпорация в ваших талантах больше не нуждается. Вы уволены! И позовите ко мне начальника охраны! Пусть проследит за тем, чтобы Гуськова, собирая свои вещи, не прихватило что-нибудь из имущества нашей компании! Это я за бездарность. Сама бездарность. А это? Это скрепки. А я сама их покупала. Коль, тебе что, скрепок жалко, что ли? Да ладно, на свои так на свои. На, Катя, это тебе. Нин. Держитесь. Давай я тебя провожу. О, Господи. Давай. Пока. Пока. Счастливо. Давайте. Удачи, Нина. Спасибо. Нин, подожди. Обед скоро будет готов. Я не хочу есть. Буду у себя. Просьба не беспокоить. Что-то случилось? А, да нет, ничего. Просто приехал домой пораньше. А, вспомни, наконец, что у тебя есть дочь. Да я не забывал. Я теперь дома буду работать, пока мы няню не найдем. Желаю искать подольше. Что из агентства насчет няни не звонили? Нет, пока нет. Угу. Пап Павлович, мне должны документы из офиса привезти. Я сразу сообщу. Вообще устроила? Ты зачем это сделала? Садись. Нет, ты, конечно, права. Терехин полный придурок, но вот так, чтобы прям в лицо заявить. А у вас репутация самого бездарного руководителя, вы кроме хрущевок больше... Что? Что ты на меня смотришь? Да, я подслушивала. Да, потому что я о тебе беспокоюсь, подруга я или нет. Слушай, а может, мне тоже уволиться? Мне, правда, за квартиру будет нечего платить, но... Да, я виновата, я не сдержалась. Но он не имел права не ставить своей подписи. Так он тебе просто мстит. Ты помнишь, он за тобой ухлёстывал, а ты ему отказала.
совершенно естественно. Ну и что мне теперь делать? Как что? Участвовать в конкурсе. И его подпись я нарисую, а печать будет посложнее, но это тоже не проблема. Я не буду подделывать подпись Серёхина и отправлять на конкурс проект без его ведома, как контрабанду какую-то. Значит так, как он с нами, так и мы с ним. Не-не-не-не-не, это не мои методы. Тоже мне, знаешь, великий архитектор. Не он устанавливал правила конкурса. Вот знаешь? Именно. Так что давай свой проект. Так, сейчас я ручку найду, сейчас нарисуем все. Так, ручка. Ручка. Где? Где? Проект. Я оставила его на столе. У Терехина. Отсюда. А это... Пап, ты мне с алгеброй не поможешь? Угу. Давай. Задачка 58. А, мы сегодня на уроке, ну, то есть в школе, похоже, задание решали. Я как бы все переписала, но ничего не поняла. Кира, а я здесь полчаса все разбирал. А, ну я сейчас все исправлю. Не трогай! Это действительно важно, Кира. Да, я поняла, у тебя все проекты важные, не до меня. Ну подожди, мы хотели заняться алгеброй. Тебе звонят. Наверняка по очень важному делу. Короче, позвоните, пожалуйста, еще раз в агентство. Я готов удвоить, утроить. Я готов любые условия, только пусть они найдут няню. Ну хорошо. Я пришла кружку вашу забрать. Кофе еще сделать? Да, сделать. Стойте. Что это у вас в руке? А, да. Ваша кружка, Георгий Алексеевич. Я про это. Это... Такая смешная история получилась. А, короче, Савельев, он... Так избавьте меня от подробностей. Я пью кофе без сахара. Я жду. Ой, привет. Георгий Алексеевич, вам можно? Да. Это нужно подписать. Прошу. Здравствуйте. Здравствуйте. Я от агентства на собеседование. Очень приятно, несказанно вам рады. Вам помочь? Нет-нет, спасибо. Не стоит. Вы проходите, присаживайтесь. Я сейчас о вас доложу. А простите, как вас представить? А, Лариса Ивановна. Где мое какао? Будет чуть позже. Познакомься. Это Лариса Ивановна. В перспективе твоя новая няня. Ну, а это наша Кира. Одну минутку. Ну... Давайте познакомимся. Для начала скажите мне честно, кого боитесь больше, змей или пауков? А, ну как-то мне не доводилось близко сталкиваться ни с теми, ни с другими. А почему ты спрашиваешь? Увлекаешься биологией?
Да, только что изучала в интернете, после укуса какого паука невозможно определить причину смерти. Это вам в школе такие задания дают? Нет, жизнь заставила. Вы же понимаете, если человек просит оставить его в покое, а ему норовят приставить няньку, по неволе от убеждений перейдешь к активным действиям. Не переживайте, этот не настоящий, так ли, проверки. А самые опасные пауки маленькие. Вы их даже не заметите. Вашу сумочку можно подкинуть штук 10 запросто. А заметите вы их только тогда, когда будет уже поздно. И противоядие еще не изобрели. Кстати, у вас есть дети? До свидания. Ага, до свидания. А где? Лариса Ивановна. А где Лариса Ивановна? Няня, где? Лариса Ивановна? Так она ушла. Как ушла? Ты ей что сказала? Я? Да. Я ей ничего не говорила. Мы болтали о всякой всячине, о маленьких пустячках. Потом ей кто-то позвонил, какую-то тетушку, в какой-то санаторий. Ну, она и ушла. А, и она просит прощения. Ей очень неудобно, но она не сможет принять твоего предложения. Ну да, конечно. Ну, короче, ладно, я пойду. Пал Палыч, принеси мне, пожалуйста, какао. Всех, кто приходит на собеседование, сначала ко мне в кабинет, а уже потом к этой любительнице какао. Карьеры рисковала. Да ты же уволиться вообще-то хотела. Да. Ну что? Что? Смешно. Уволиться хотела. Ты принесла? Слушай, я так есть хочу. Покорми меня, пожалуйста. Слушай, Витамик, знаешь, о чем я говорю? Ты удал... Ну, получилось? Нина, ты... Ты какая у меня умница! Неужели ты во мне сомневалась? Как тебе вообще это удалось? Серёхин даже не заметил? Так, я хочу есть. Покорми меня, пожалуйста. Да, конечно. Я просто вся вне себя от радости. Вне себя. Это удалось вообще. А если бы мог просто проверить эту папку? Да, да. Ты не представляешь себе, как я перепугалась. Если бы не пришел Пыжин с этими документами, которые надо подписать, я вообще не знаю, чем бы все дело закончилось. Обалдеть. Ты молодец. Круто. А кто все эти люди? Ты новую работу нашла? Ну, просто помогаю соседке, она работает в школе. Так, помощница, а ты решила, в чем завтра идешь? Куда? Завтра в 12:00 тебе надо быть при полном параде в головном офисе Леденев-строй. Зачем? Зачем? Ты хотела свой проект Леденеву отнести? Ну и вот отнесешь его завтра. Ну да, ну что, ты уже позвонила секретарше? Да, я позвонила Ты обо всем договорилась? Да. Да. Ты договорилась? Да, да. Обалдеть. На, ешь апельсинки. Спасибо, я лучше выпью. Проблема.
человек. Старша Леденева сказала, что его сегодня в офисе не будет и что все встречи отменяются. Значит, все отменяется? Ну, конечно, вот еще. Так, слушай меня внимательно. Екатерина! Зайдите ко мне. Началось. Доброе утро, Георгий Алексеевич. Вы меня звали? Где проект, который вчера был у меня на столе? Какой именно? Прикидываться хватит? Вот точно такой же проект, который вчера лежал у меня на столе. Георгий Алексеевич, ну я правда не понимаю, вы какой имеете в виду? Точно такой же проект, который лежал вчера у меня на столе. Ну, я просто не знаю, у вас же их много, давайте поищем. Вы потеряли? Уборщицу позови. Хорошо. Может быть, кофе сделать? Нет. Скажи, что ко мне никого не пускали. Да-да, конечно. Пока. Пока. Кира. Ты не забыла, что у меня завтра вечеринка? Ты придешь? Конечно, приду. Правда, я сейчас с папой не поговорила, но, думаю, проблем не будет. Кстати, Игорь тоже обещал быть. Если сможет родителю уговорить отменить теннис. Игорь? Ну да, между прочим, он тебя спрашивал. Что спрашивал? Пойдешь ли ты? А что еще спрашивал? Сказал, что если ты пойдешь, то он там будет. И что ты ему ответила? Что вряд ли тебе папочка без няньки на вечеринку одну пустит. Но я же сказала, что больше никаких нянек. Ну-ну. Ну ладно, пока, за мной водитель приехал. За мной тоже, пока. Что я надеялась, что у главы корпорации будет дырка в заборе или день открытых дверей. Заходите, заходите, мы вас ждем. А? Вы мне? Проходите, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Нина Гуськова. Я пришла к Виктору Сергеевичу по поводу своего, Добрый день. Мы вас как раз ждали. Прошу, проходите. Проходите. Спасибо. Присаживайтесь. Да? Да. Хорошо. Я сейчас доложу Виктору Сергеевичу о вашем приходе. Спасибо. Говорила секретарша про меня? Нет, а что? Такое ощущение, что меня здесь ждали. Ладно. Тут кто-то пришел. Я тебе перезвоню. Что, сам? Нет, его дочь. Я не ненавистница. Не обращай на нее внимания. Твоя цель — отдать ему проект. Катя, я перезвоню.
Добрый день. Виктор Сергеевич вас ждет. Да, я все понял. Вы пришлите все на... Да, на мой адрес электронный. Договорились. Кира, обед в столовой. Я не голодна. Скажи папе, что я пришла. Буду у себя. Виктор Сергеевич, я не на Гуськова. Добрый вот день. У меня это здесь... потом. Давайте сначала с вами побеседуем. Простите. Да, хорошо. В аэропорт. Да, возьмете их в аэропорт. Хорошо. 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 Расскажите о себе. У меня профильное образование, красный диплом. Работаю по специальности уже 9 лет. Начала во время учебы в университете. Что еще? Достойный опыт. А стрессоустойчивость, готовность к повышенным нагрузкам? Знаете, у нас бывает непросто. А, да, стрессоустойчиво. Нагрузок не боюсь. Последние полтора года работала практически без выходных. Хорошо. А условия вам известны? А, да. Алло? А. Понял. Да, я еду. Хорошо. Павел Павлович, хорошо. Простите, извините, как вас? А, Нина. Нина Гуськова. Нина. Дело в том, что я опаздываю на самолет. Давайте так поступим. Павел Павлович вам все покажет и расскажет. А как же вот... А вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Я прилечу, и мы все обсудим, если, конечно, у вас останутся вопросы. Да я не волнуюсь. Павел Павлович, мы обо всем договорились. Угу. А подождите, я же вам не рассказала, что... Мы уже все обсудили, остальное подождет. Мой багаж? Давно в машине. Спасибо. Прошу, проходите. Спасибо. Позвольте ваше пальто. Я же сказала, что не хочу обедать. Кира, познакомься. Это Нина. Привет. Твоя новая няня. Няня? Thank you.
Никакая я не няня. Это какая-то чудовищная ошибка. Павел Павлович, классный розыгрыш, я оценила. Смешная шутка, а теперь будьте добры, освободите комнату, пожалуйста. Не переживай, твой отец принял меня за кого-то другого. Павел Павлович, объясните. Ну, насколько я понял, Виктор Сергеевич, вы же согласились на предложенные условия? Я всего лишь хочу вас познакомить с вашей подопечной. Простите, я на какие условия не соглашалась. Ну и тем не менее, Виктор Сергеевич уверен, что нашел для Киры новую няню. Так, ладно, я пойду сама с папой поговорю. Папа уехал в аэропорт. Будет завтра вечером. Пойдемте, Нина, я вам покажу дом. Лучше покажи, где у нас выход. Я не совсем понимаю, что тут происходит, какое-то глупое недоразумение. Ну, вполне возможно. Давайте-ка успокоимся и все обсудим. Я спокойна. Просто ситуация какая-то дурацкая. Я архитектор, привезла проект на конкурс Виктору Сергеевичу, а он даже не посмотрел, оставил на столе и уехал. Ну, тем более, вам лучше остаться и еще раз переговорить с Виктором Сергеевичем. А если вам нужны личные вещи, мы можем послать за ними водителя. Зачем мне оставаться? Я же не няня. Чтобы объясниться. Потому что если вы сейчас уйдете, я не уверен, что у вас появится еще один шанс. Mm-hmm. Ну и потом, понимаете, Виктор Сергеевич на вас очень рассчитывает. Если вы уйдете, вы его сильно подведете. Ну вот, давайте посмотрим на это со стороны, как это выглядит. Mm-hmm. Какая-то странная девушка проникает в дом под видом няни и пытается пропихнуть на конкурс свой проект. Ну. Подождите. Вы сами меня впустили? Я слова не успела сказать. Вы пошли. Давайте посмотрим на это иначе. Оплата посуточная. Условия работы лучше, чем в других домах. Но есть, правда, одно «но», и вы его... Видел. Точнее, ее видели. Мне кажется, вы можете продержаться до завтра и лично переговорить с Виктором Сергеевичем. Похоже, у меня нет выбора. Что это? Понятия не имею. Но думаю, ваше вмешательство сейчас было бы просто очень своевременным. Меня по руке стукнуло. То есть? Что то есть? Ты меня стукнуло по руке? Это неправда. Если бы я тебя стукнула по руке, то мокрое место осталось бы от этого паука. А у него все прекрасно. Вон ползает, жив-здоров. А ты в безопасности. А ты почему еще здесь? Я? Ты? Ну, как тебе сказать? Я не успела объясниться с твоим отцом. В общем, да, немножко здесь застряла, конечно. Симпатичная комната. Когда он приедет, я ему сама объясню, что не нуждаюсь в твоих услугах. Так что ты свободна. Я что, непонятно объяснила? Ты здесь не нужна, так что проваливай! Давай, давай, собирайся и проваливай! Павел Павлович, ну как там? Да все в порядке. Да? Да. Нина с Кирой, кажется, нашли общий язык. Точно? Все тихо. Можете спокойно лететь. Спасибо, Павел Павлович.
Да я бы с удовольствием. Просто твой отец не так все понял, и я должна с ним объясниться, когда он вернется, понимаешь? Давай попробуем потерпеть друг друга. Всего лишь сутки. Терпи, где хочешь, а меня оставь в покое. Симпатичная у тебя челка. Ладно, я поняла. Виктор Сергеевич. Я слушаю, Валерий Николаевич. Я получил все документы. Вы просто волшебник. Давайте... Потом. Мы потом все обсудим. Я все понял. Я готов подписывать договор. Очень рад. Привет, Евгений Иванович. Всего доброго. Олег, как мы? Судя по навигатору, впереди небольшая пробка. Я думаю, нам это не помешает, Виктор Сергеевич. Да, Алексей? Виктор Сергеевич, встречу подтвердили. У них в офисе завтра в 10 утра. В 10 часов? Да. Отлично. Отлично, 10 утра. Да, я уже по дороге в аэропорт. Я прилечу, перезвоню. Отбой. Олег, сделай так, чтобы мы не опоздали в аэропорт. Прошу. Комната небольшая, но очень такая светлая и уютная. Вам понравится. Я только не понимаю, почему я должна ночевать здесь? Я же могу быть приходящей няней. Ну, так заведено. Вы завтра можете все это обсудить с Виктором Сергеевичем. Ну, вы прекрасно знаете, что мы должны обсудить. А, ну да. И вещи я свои не забрала. Я попросил шофера Олега. Он купит шампунь, зубную щетку, там и другие мелочи. Ну, а завтра, после того, как вы отвезете Киру в школу, вы сможете заехать домой и взять все необходимое. Я очень надеюсь, что после разговора с Виктором Сергеевичем мне уже не придется ездить со своими вещами. Комната вон там. Ага. Хорошо. Спокойной ночи. Ну что ж, посмотрим, кто из нас бездарности.
Прощай, Гуськова. Кто там? Нина, доброе утро, пора вставать. А, доброе утро. Да-да, уже встаю. Завтрак через 15 минут. Киру я уже разбудил. Ага, спасибо. Так, операция няня, день второй. Я что, опоздала к завтраку, да? Да нет, нет. Просто Кира постоянно пытается улизнуть из дома без вас. А? Собралась за 5 минут, съела ненавистную овсянку, даже не припиралась. Я уж не припомню, когда это было в последний раз. Давайте. Всячески пытается показать, что она самостоятельный ребенок и может вполне справиться без няни. Надо как-то поощрять это. И все равно не понимаю, зачем сопровождать ее, если все равно она едет с водителем. Ну, потому что так заведено. Вы, конечно, можете потом это обсудить с Виктором Сергеевичем, но сейчас, простите, придется соответствовать. Хотите, я вам кофе сделаю, да нет, с собой, нет, а? Нет, спасибо. Я с этой никуда не поеду. Доброе утро. Было. До этой минуты. Я с тобой совершенно согласна. Я вообще не понимаю, зачем мне с тобой ехать. И в чем подвох? А никакого подвоха. Мы просто с твоим отцом еще не проговорили этот момент. Так, ну что, на выход, а то опоздаем. Прошу. Давай, давай. Хорошего дня. До свидания. Алексеевич, вы меня напугали. А в котором часу у нас обычно приходит курьер? Обычно приходит 2. Вызовите, пожалуйста, пораньше. Скажите, что нужна срочная доставка. Хорошо, я сейчас позвоню. А давайте я, может быть, передам, что нужно. Спасибо, я сам. Как придет, сразу ко мне. И кофе сделайте. Без сахара? Да. Ты только глянь. Походу, к нашей малютке Кире снова приставили нянечку. Ты чё сама несешь в портфель? У тебя же вроде няня есть. Отвали. Ребят, а какой номер у вашей школы? 115. Да? Я и думаю, у меня 5 как 8. Вообще по другому адресу. Ошиблась. Ну ладно, поеду я. Спасибо, что подвезли. Не за что. Вы можете попросить моего водителя, он вас довезет куда надо. А, да? Да. Спасибо. Подожди, так это чего? Не няня? Нет, идиот. Эй, ты чего? Наконец-то, Нина, ты куда пропала-то? Стой. Ты была в Леденева? Была. Ну, а где ты сейчас? Дочь его привезла в школу. В смысле? Ему так понравился твой проект. Что, он тебе доверил даже дочь? Уйми свою буйную фантазию. Ты уже второй день без няньки. Это рекорд. Надолго ли? Навсегда. Я не понимаю. Чем они тебе так не угодили? Или ты боишься, что очередная нянька станет твоей новой мамашей, да? Вот еще. Ну и дурацкие у тебя фантазии, Свет. Привет. Привет. Игорь, дашь мне свою домашку по биологии? Конечно. Ладно, угу. Я пошла скоро в урок. Подожди, я с тобой. Кир, подожди меня. Забудьте про вечеринку. Тут вообще какой-то сюр происходит. Проект, он моего не видел. Поговорил со мной 3 секунды и почему-то решил, что я няня. А как няня? И что ты собираешься делать теперь? Сейчас пойду домой, переоденусь. А потом дождусь, пока вернется Леденев из командировки, и объясню с ним. Все, целую, побежала. Ну ладно, ты держи меня в курсе. Позвони мне, ладно? Пока.
Алло. Что? Курьер когда придет? А, я ему позвонила, он будет сейчас, он уже в пути. Значит, как только придет, сразу ко мне. Хорошо? Хорошо, хорошо. Может быть, кофе? Нет, спасибо. Может, я вам что-нибудь помогу? Да спасибо, спасибо. Это не входит в круг ваших обязанностей. Просто совершенно нечего делать, время идет так медленно. До возвращения Виктора Сергеевича я все равно не могу никуда уйти. Позвольте мне помочь. М? Ну, хорошо. Возьмите фартук. Ага. И знаете что? Порежьте мне морковь. Кубиками. Ну, сможете? Смогу. Ну, давайте. Скажите, а вот Кира, она всегда себя так ведет? Да нет, почему? Когда отец уделяет ей время, она очень даже мила и покладиста. Но, к сожалению, при его занятости им редко удается выкроить хотя бы несколько часов для общения с дочерью. Ну что ж, я рад, что мы пришли к взаимному согласию. Давайте будем подписывать договор. Спасибо. 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 Простите. Да, Алексей, я слушаю. Алло, Виктор Сергеевич. Ну что, цементный завод опять подвел. Еще примерно неделя нужна. Неделя не такой уж большой срок. А, да, у нас же еще этот конкурс. Конкурс я могу взять на себя. Нет, давай, ты займешься общим руководством текущими проектами, а я займусь презентацией. Только работать я буду дома, и, пожалуйста, перешли документы с водителем ко мне домой. Ну хорошо, а конкурс? Ну, конкурсные проекты тоже присылай ко мне домой. Все, давай, отбой. Спасибо. Да, я все понял, да. Ну что ж, пойдемте, показывайте дальше свое хозяйство. Вот, что у нас? Вот, как мы и договаривались, там мы поставим. Так. Здесь очень важные документы. Нигде не останавливаться, ни с кем не обсуждать. Доставишь, сообщи. Ну, конечно, да. Я уже кофе сделала. Давай, садись. Не пей. Просто срочная, конфиденциальная. Ага. Давай. Срочная, конфиденциальная. Кошмар какой-то. Ты понимаешь, мне даже поговорить больше не с кем. Слышал, жалко. Вообще. Ладно, я побегу, мне еще надо доложить, когда достану. Давай, доложи. Алло? Да. Ну, что сказал твой отец? Он пустит тебя ко мне на вечеринку? Да, я тебе сразу сказала. Класс. Да, кстати, забыла предупредить. У меня будет вечеринка гламур-пати, так что всем придется быть серебряным. Ненавижу все эти блески, ты прекрасно об этом знаешь. Прости, моя дорогая, это моя вечеринка. Можешь приходить как угодно. Но тебе же будет не очень прикольно чувствовать себя белой вороной. Переживу. Ах да, я поняла. У тебя же нет нужного цвета.
Не волнуйся, у меня еще куча времени, чтобы подготовиться. Ну, не знаю, не знаю. Например, свое платье я заказывала у мамной портнихи, поскольку в магазине не было ничего подходящего. Не переживай, справлюсь. Удачи тебе. Угу, пока. Можно? Да, прошу к столу. Спасибо. Кира уже поела, и она в своей комнате. Да-да. Ну и как вам первый день? Никак. Она со мной и не разговаривала по дороге из школы. Мне кажется, она меня на дух не переносит. Ну, по-моему, вы преувеличиваете. Павел Павлович, а где ее мама? Она уже довольно давно не живет в этом доме. То есть Леденев развелся с мамой Киры и забрал ребенка? Ну почему? Она сама ушла. Ну просто в ее планы не входил ребенок. Кире тогда и 2 лет не было. Да что вот так? Мамы нету, папа постоянно занят, и наше чудо выросло таким, какое оно есть. Но все вокруг, конечно, пытались как-то это компенсировать, там исполняли все желания, угождали ей. Ну вот и... Ну а почему же он не женится? Увы. Виктор Сергеевич с этих пор, ну как бы это поточнее сказать, не доверяет женщинам. Вы, наверное, обратили внимание? У нас даже горничной нету. Садовник, водитель и я. Все мужчины. Ну да, действительно. Угу. А что же это я тогда делаю здесь? Ну, ему, как говорится, деваться некуда. Девочке необходимо женское воспитание, и Виктор Сергеевич это прекрасно понимает. Эй, как тебя? Нон, что ли? Иди сюда. Вот. Что, проблема с гардеробом? Мне надо подобрать приличный прикид на вечеринку. А, ну да, с таким-то гардеробом. Серьезная проблема. Так, ну а что, вот. Красивое платье. Да, возможно. Только вечеринка будет тематической. Все должны быть в серебряном. В серебряном у тебя как-то не очень. Да, спасибо, капитан Очевидность. Без тебя бы я ни за что не догадалась. Есть умные идеи. Можно же купить в магазине. Ты издеваешься? Но здесь есть недалеко. Мне нужен эксклюзив, а не ширпотреб с люльксом. Да, толку от тебя ноль. Ну, а когда вечеринка-то? Завтра. Отец про это же еще ничего не знает. Виктор Сергеевич, с возвращением. Добрый вечер. Ужинать будете? А, да, минут через 10. Сейчас пару звонков сделаю. Еще мне должны привезти документы из офиса. Вы, пожалуйста, я вам тут же непременно доставлю. До конца недели буду работать дома. Вот Кир-то будет счастлив, а? Ну, вот в этом я не уверен. Проект срочный. Работы много, времени в обрез. Ну, надеюсь, что найду время для обещанной прогулки. А няня сейчас у нее? Да. Кира сначала немного почудила, ну, как обычно. Ну, а потом вдруг позвала ее к себе. Наверное, сейчас их лучше не беспокоить. Да. Да. Это день рождения моей лучшей подруги. И папа об этом прекрасно знает. И помочь подобрать наряд... Тут от него толку, как и от тебя. То есть никакого. Я понимаю, один день до вечеринки подобрать наряд – это очень большая проблема. Капитан Очевидность 2? Да, знаю, поэтому ты еще здесь. Я правильно понимаю, что
Тебе очень важно пойти на эту вечеринку, и если мы с тобой не раздобудем какого-то феерического серебряного наряда, то ты не можешь пойти туда. Тебе-то что за дело? И давай без этих психологических штучек. Каких штучек? Если мы с тобой, никаких «мы» здесь не может быть. И тем более тебя здесь завтра уже не будет. Знаешь что, я не собираюсь исправлять косяки твоего воспитания. А если человек не может принять чью-то искреннюю помощь, то он не может быть счастлив. Добрый вечер, Виктор Сергеевич. Приятного аппетита. Я очень рада, что вы вернулись. Вы не могли бы мне буквально пару минут уделить вашего драгоценнейшего времени? Буду очень признательна, если вы не будете отрывать меня от работы. Думаю, на первых порах у вас достаточно хлопот с Кирой. Вот и сосредоточьтесь на этом. Ну, как бы... Да, Алексей. Да, слушай, я уже вернулся. Виктор Сергеевич, я не няня. Секунду. Вы можете назвать себя как угодно. Гувернанткой, домработницей. Главное, чтобы Кире было хорошо. Да, по бытовым вопросам к Павлу Павловичу. Алексей, слушаю. Отлично. Он вас сейчас все равно не услышит. Будете настаивать, станет еще хуже, уж поверьте. Ну и когда же, по вашим прогнозам? Я удостоюсь аудиенции с их сиятельством. Виктор Сергеевич очень не любит менять планы. Но зато умеет довольно быстро перестраиваться. Так что прогноз прежний. Завтра. Как говорится, утро вечера мудренее. Кира обещала, что завтра меня здесь уже не будет. Ой, я тебя не звала, между прочим, воспитанные люди, прежде чем войти, стучат. Привет, малыш, я тоже рад тебя видеть. Пап, это ты? Ой. Я рада, что ты вернулся. Здравствуй. А то до завтра я бы с одного няни не дожила бы. Да, а мне она показалась совершенно безобидной. Это она про тебя тихоней прикидывается, а так? Ну, ты же сам видишь. А мне почему-то кажется, что Нина к этому совершенно не причастна. Ты хочешь сказать, что это я специально все вещи разбросала? Нет. Нет, я хочу сказать, что эти вещи необходимо убрать. И ты, если тебе лень, можешь позвать Нину. Вон она там наверху. А дай. Слушай, я тут целую неделю буду работать дома, поэтому мы можем с тобой. Да ладно. Ну а зачем тогда нужна няня, если ты дома? Не, мы, конечно, с тобой сходим обязательно в кафе, в парк, но не сегодня, хорошо? И не завтра. Но мне нужно сделать эту важную, срочную работу. Кира! Кира! Ну, собственно, для этого нам нужна няня. Павел Павлович, кофе, пожалуйста, ко мне в кабинет принесите. Да, Нина, загляните в комнату Кира. Ей, кажется, нужна помощь. Мне кажется, ребенок 12 лет вполне сам способен собрать вещи в шкаф. Не правда ли? А я не домработница. Извините. Спокойной ночи, Виктор Сергеевич. Спокойной ночи, Павел Павлович. И мне спокойной ночи. Павел Павлович, вам не кажется, что наша няня немножко своенравна? Ну, Виктор Сергеевич, я бы на вашем месте не принял на свой счет. Согласитесь, для первого дня общения с Кирой реакция вполне нормальная, а? Может быть. Может быть. Хорошее начало, половина сражения.
Кира. Чё? Поздно уже. Спать давай. А, ну и где я, по-твоему, буду спать? Ты же ничего не убрала. А я ничего не разбрасывала. Это твое там шматье. Ты няня, ты и убирай. Вообще-то это в мои обязанности не входит. Как это не входит? Вот ты няня, ты должна меня воспитывать. Это покажи на личный пример, как поступают хорошие девочки. Хорошие девочки убирают свои вещи сами. А я тебе предлагала свою помощь, но ты отказалась. А теперь справляйся сама. Спокойной ночи. Какие-то свои дела. Давай мы тебя высадим, где скажешь, а в полтретьего там же заберем. Заманчивое предложение. Ну так соглашайся. Нет, дорогая, не получится. До разговора с твоим отцом я должна соблюдать определенные инструкции. Просто робот какой-то. Правила, инструкции, а по-человечески совсем никак. Ну почему же, я с большим удовольствием. Для этого мне нужно знать настоящую причину. Ты же мне не расскажешь. А что толку? Ты только что сама признала, что тебе лишь бы инструкции не нарушить. А то, что моя жизнь в них не вписывается, так это вообще никого не волнует. Так, алло. Алексей, доброе утро. А конкурсные работы нет, еще не привезли? Ах, ты их уже посмотрел. Ну, давай, приезжай, обсудим. Да? Отлично. Да, я понял. Виктор Сергеевич, это вам из офиса. Лёш, кладите вот сюда. Лёш, мне их уже привезли. Давай, давай, все равно приезжай. Окей. Отлично. Спасибо, Павел Павлович. Там няня хотела со мной поговорить. Готов её выслушать? Да её сейчас нет. Она отвозит Киру в школу. В школу. Значит, после обеда. Слушай, после обеда будет у меня Алексей. Вы не в курсе, что она хотела мне сказать? Ну, она говорит, что вы ее неправильно поняли. И хотел бы с вами объясниться. Так, так, стоп, стоп, стоп. Женские рефлексии. А давайте поступим вот так. Передайте ей, что она вполне справляется со своими обязанностями, и для нового человека меня устраивает. Она же справляется? Ну да, конечно. Очень хорошо. Я все передам. Отлично. Спасибо, Павел Павлович. Так, так, так. Да, Кать. Ты сейчас где? Возле школы. Давай встретимся в нашем парке. Давай. А ты чего не на работе? Заболела страшно. Все, жду тебя. Хорошо. Олег, а во сколько сегодня уроки у Киры заканчиваются? Сегодня в 2 часа. Два. Вы не могли бы меня довести до Сокольников, пожалуйста? Да, конечно. Спасибо. Да. Столько лет прошло. Глупо было надеяться. Павел Павлович, принесите, пожалуйста, мне кофе. Кофе я сейчас принесу. А это вот еще шедевры для вашего конкурса. Да лучше бы уж кофе. Что-то с шедеврами, знаете, у нас не очень. Когда приедет Алексей, пожалуйста, сразу проводите его ко мне. Хорошо. Спасибо.
Спасибо. Мне кажется, что наш дорогой Георгий Алексеевич что-то мутит. Да? Угу. Но мне до него какое дело теперь? А такое, потому что это явно связано с конкурсом, а значит, и с твоим проектом. С чего ты взяла? Дело в том, что вчера он отправил какой-то таинственный пакет с нашим курьером, ну, с Пашкой. И сделал так, чтобы никто не знал, кому он предназначается. Что в этом такого-то, ну? Так вот, он отправил его в офис Леденева. Вот. Ну, это нормально, Катя. Мы филиал большой корпорации. Теперь движение конверта – это норма. Да, хорошо. А норма, что в тот день, когда он тебя уволил, он дождался, пока все уйдут из офиса, и долго-долго ковырялся в твоем компьютере. Ну, ты откуда знаешь, если все ушли из офиса? Ну, Тамара Николаевна, она же поздно убирается, она и видела. Так что я не знаю. Надо что-то с этим делать, надо как-то выяснить. Потому что явно ничего хорошего от этого не жди. Да. Да, давай не будем ничего трогать. Мне и так сейчас все в жизни очень сложно и непросто. В общем… Хорошо, хорошо, как скажешь. Оставь. Так, стоп. Ну-ка. Смотри. Отлично. Так. Кать. Ну все, хорошо, хорошо. Ты с Леденевым поговорила? Да нет, не получилось. А в чем проблема-то? Постучала, зашла, все объяснила. Ну, не знаю, как-то все… Не слушает он меня, смотрит как-то сквозь меня, как будто я прозрачная. Ну, хорошо. И долго ты собираешься быть няней этого монстра? Ну, почему монстра? Так, все, я хочу сесть. Давай. У меня устали ноги. Она прекрасная девочка. Ну, такой… одинокий человечек. А, кстати, а у тебя все еще есть та знакомая костюмерша? Ну, можно взять платье на прокат? А у вас какой-то дресс-код? Ты должна быть няней-феей или что, няней-кошкой? Что у вас за игры там такие? Ну, Кать, ну это же девочки. У нее какая-то вечеринка, и вот именно сегодня. Нина, тебе зачем все это нужно? У тебя своих проблем мало. Какая вечеринка? Да перестань, в своих я разберусь. Она действительно. Ей просто некому, кроме меня, помочь. Позвонишь? Хорошо. Спасибо. Да. Может, все-таки для себя какой-нибудь костюмчик возьмешь? Как ты удивишь, Леденева, что ли? Кать, звони. Ты что, от водителя заодно избавилась? На автобусе будешь ездить? Не смешно. Водитель задерживается, ну или в пробке застрял. Сегодня в 6, ты помнишь? Заметом. Ты уже решила, в чем пойдешь? Да, у меня очень крутой прикид. Ну ладно, до вечера, водитель приехал. Пока. Действительно, без няни. Садись скорее в машину и закрывай дверь. Ну, а что? Ты же не хочешь, чтобы твои одноклассники знали, что у тебя есть няня? Олег? Пойдем. Я хочу, чтобы у меня не было няни. И, между прочим, кто-то собирался поговорить с папой и свалить. Я не успела, у меня были другие планы. Олег, давайте поедем по тому адресу, который я вам сказала. Стоп, по какому еще адресу? Ты что тут раскомандовалась? Олег, у меня уже вся спина затекла. Но тебе же нужен костюм для вечеринки. Нужен? И они предлагают нам арендовать совместный стенд на строительной выставке осенью следующего года. Ну, в общем, как всегда, что скажете, Виктор Сергеевич? Честно? Честно. Надоело. Надоело кормить нахлебников и участвовать в этой ежегодной ярмарке тщеславия. Никакого обмена идей. Ничего нового они предложить не могут. Ну что, нам участвовать в этом ради рекламы? У нас что, плохо с рекламой? Или я чего-то не знаю? Да нет. Все нормально, все в порядке с рекламой. Да, Виктор Сергеевич, возможно, вы и правы. А что у нас с конкурсными работами? Есть что-нибудь стоящее? Да нет, пока ничего. Ну, раз уж ты пришел,
Будем вместе смотреть. О, да я с удовольствием. Так. Кир, ну давай, выбирай. Обалдеть. Тебе нравится? Давай вот это вот померим. Очень красивая. Окей. Супер. А тут промежная есть? Ты туда вот иди помери. Давай. Спасибо вам, что помогаете. А, не за что. Это же все должно жить, а не пылиться на полках, правда? Это да. Бензоколонка. Футуризма ничего функционального. А я нашел победителя. Ты сообщи филиалу, что мы больше проекта на конкурс не принимаем. Как не принимаем? Еще до конца конкурса 3 дня. Может, подождем? Да я уверен, что этот проект будет лучше. На, посмотри. Это гениально. Георгий Алексеевич Терехин. Нет, Лёш, ты посмотри, а? Эко-архитектура, простые природные материалы. Эх, вот именно такой проект я ждал все это время. Ну, даже если это и он. Зачем торопить результаты конкурса? Кто его знает, может, завтра или послезавтра появится более интересный проект. Ну, ты сам-то в это веришь? Сколько было проектов реализовано за все время конкурса? 3. 3? Понимаешь? 3. И то с большими изменениями от оригинальных идей. А здесь смотри. Смотри, вот. Продумано все. До мелочей. Да. А? Да. Хорошо, я не буду спорить. Но думаю, сначала давай проверим все расчеты. И если они окажутся верны, тогда будем представлять этот проект на строительной выставке. Давай, давай, проверим, посидим, пару дней посмотрим. А потом, утрем нос конкурентам. Эх! Мне это нравится. Да? Да. Мне кажется, очень по-молодежному. Ну и обувь к такому платью подобрать вообще легко.
одинаково хорошо будет смотреться и на каблуках, и в кедах. Ну, да. Правда? Ну, а тебе как? Очень красиво, тебе вообще все идет, но мне просто... Я бы очень хотела, чтобы... Вот это длинное. Ну, да. Я же в нем утонула. Оно очень изящное у него. Ой, многие у нас на него засматриваются. Пошито оно на точеную фигурку. Потому что, в общем-то, не всем оно подходит. Мы его так и называем платье для Золушки. Потому что размер маленький. Потому что ни один принц не устоит, дитя. Иди, мерей. Давай. Ладно. Здравствуйте. Виктор Леднев вас беспокоит. Георгия Терехина, можно вас слушать? Георгий Алексеевич, у вас телефон. Да. Георгий Алексеевич, здравствуйте. Леднев. Да, Виктор Сергеевич. Я ознакомился с вашим проектом, и мне требуется еще информация. Я все понимаю, мы подготовим дополнительные материалы. Да-да, конечно. До подведения итогов еще есть несколько дней. Я уверен, что ваш проект войдет в призовую тройку. Хотелось бы обсудить с вами лично некоторые моменты. Вы могли бы подъехать ко мне домой? В четверг, во второй половине дня. Да, хорошо. Хорошо. Спасибо. Я прям в нем поеду. Езжай, Золушка. Спасибо. Что стоишь? Поехали. Спасибо тебе. Тебе спасибо. Правда, было очень весело. Это да. А почему тебе то короткое не понравилось? Сама же сказала, что красивое. Ну, да, оно красивое, но мне кажется, оно очень обычное. Вот это платье точно необычное. А зачем женщины тогда вообще носят мини? Мне кажется, ну, кому-то, наверное, нравится. Но и в основном в надежде понравится мужчинам. То есть мужчинам больше нравятся женщины в мини? Может, тогда надо было его взять? Подожди, там же не только девочки будут. Да? М? Но он придет, если только приду я. Ну, ты не переживай, ты будешь самая красивая. И, как сказала наш костюмер, ни один принц не устоит. Павел Павлович. Да, Виктор Сергеевич. Что-то я проголодался. Да обед готов. Я просто не хотел накрывать до возвращения Киры. Но они отзвонились и должны скоро быть. Что-то не поздно сегодня? Да, ну, бог его знает. А, кстати, вот и они. Привет. Ну? Привет. Тебе нравится? Шикарно. Шикарно. Тебе очень идет. Нина, можно вас на пару минут? Потрудитесь объяснить. Что именно? Что это было? Вы про платье? Именно про платье. Почему вы задержались? Где вы были? И что вообще, черт возьми, происходит в этом доме? Вы решили купить авторитет ребенка этим дешевым трюком? Как вообще только Кир на это повелась? Ну, как я?
Ну, я просто в восхищении, ты знаешь. Честно? Да честно, честно. Тебе очень идет. А папа ничего не сказал. Я думаю, он выскажет все комплименты за обедом. Ну, я в нем обедать не буду, а то испачкаю и никуда сегодня не попаду. Я пойду переоденусь, сяду за уроки. Ты мне скажи, когда папа с Ниной выйдут, ладно? Хорошо, хорошо. А ты куда сегодня идешь-то? К подруге на вечеринку. А-а-а. Какая еще вечеринка? Это просто мероприятие. В честь дня рождения одноклассницы. Ну да, извините, я должна была вам об этом сказать. Мое упущение. Ваше упущение. И Кира никуда не пойдет. И это очень важно. Понимаете, она очень хочет пойти. Она очень хочет? Она так хочет, что даже не удосужилась сказать об этом отцу. Но вы не можете вот так. Не должны. Позвольте, я знаю, что я должен в этом доме, а что я не должен. В конце концов, здесь отец я. Это просто день рождения подруги. Вы можете позвонить родителям, удостовериться. У вас же есть наверняка телефон. Ну в чем проблема? Хорошо, давайте я ее буду контролировать. Я не буду спускать с нее глаз. А? У Киры так мало радости. Это учеба, чехарда нянь, делайки вечера. Ей очень важно это, понимаете? Пожалуйста. Всего на 2 часа. Под мою ответственность. Хорошо, под вашу ответственность. Спасибо. И, пожалуйста, если вам так очень хочется понравиться Кире, давайте будем соблюдать хоть какое-то здравомыслие. Согласна. Только давайте все его как-нибудь соблюдать. Всегда такой. Какой? Такой. Понятно. Досталось. Вы поймите, Ниночка, Виктор Сергеевич большой руководитель. Если он не будет жестким, все просто развалится. И он, кстати говоря, всегда принимает верные решения. Ну, рано или поздно. Если бы он еще умел слушать. Вы меня, конечно, предупреждали, что в вашем доме не терпят женщин, но не думала, что настолько. И вряд ли мне удастся пробиться через эту ледяную стену. А мне кажется, у вас все получится. Хоть вы и не няня, но за сутки укротить нашу Киру еще никому не удавалось. Теперь я понимаю, в кого она такая взбалмошная. Пойду сообщу ей про вечеринку. Нина. Я такую счастливую Киру давно не видел. Слушай, ну надо же. Как чисто. Сама убралась? А то. Вылетела из-за меня. То ладно, переживу. Извини. Только он меня отпустил? Отпустил. Ура! Я рада. Но под мою ответственность. Это как? Не, ну ты же не собираешься идти туда со мной? Таковы условия. Это же засада идти на вечеринку с няней. Я понимаю. Я иду туда одна. И точка. Мне тоже не очень хочется идти тусоваться с подростками на вечеринке. Надо что-то придумать. Ну, Олег может меня отвезти и подождать около входа. Можно подумать впервой. А если я подожду тебя в кафе, а ты будешь все время на телефоне, чтобы, если что, ты смогла бы ответить? Хороший план. Но главное, чтобы нас Олег не сдал папе. А его я беру на себя. Договорились? А, но ты же не пойдешь в этом на вечеринку? Нужно переодеться для убедительности. Именно. Тогда я еду переодеваться, а ты делай уроки. Только не опаздывай.
О, смотри. Ты чё? А это кто? Не знаю. Я же тебе говорил, что он что-то скрывает. Может, в другой раз зайдем? Пока. Счастливого вечера. Счастливого. Ну все, попался. Не нравится мне эта затея. Вечеринки, платья. Ой, Виктор Сергеевич, да не переживайте вот так. Все будет хорошо. Ну да. Дальше я сам. Я вам искренне сочувствую. Господи, нет. О, пошли, открыто. Ну что вы с черного хода? Есть же парадный. Так, прочим. Не смей нас выгонять. Наливай что-нибудь покрепче, чая не надо. Вить, я просто принес план участка, как договаривались, а в офисе сказали, что ты… Сказали, что ты работаешь дома. Садись. Вот мы приехали посмотреть, по какой причине. И я тебе хочу признаться, что причина достойная. Достойная, достойная. Конечно, работы в офисе много, и я взял ее на дом. Здесь спокойнее. А, ну понятно. Смотри, наконец-то повзрослел, а? Ну ты понимаешь? Ну. Правильно, ради такой женщины отвлекаться нельзя, а то могут увезти. Ну да. Мы, знаешь, ее как заметили, ну… Да. Сразу обомлели. Обомлели, да. Просто обомлели. Такая вся… Вы сейчас вообще о чем? А? Посмотри, а? Он младенцем прикидывается или что? Да мы о той красавице, с которой так мило сейчас общалась твоя дочь. Вы про няню Киру, что ли? А-а-а. Ну, мы так сразу и подумали. А чего ты нервничаешь? Послушайте, я не нервничаю. Что за дурацкие намеки, я не понимаю. Давайте. Ну ладно. Не хочешь рассказывать? И не надо. Просто ты же обратил внимание, как да. Кира смотрела, какими глазами смотрела на эту красавицу? Да, я тоже обратил внимание. А ты нам говорил, что она на дух нянь не переносит. Значит, это все-таки не няня. Думайте, что хотите. Давай, показывай, что принес. Участок, документы. Да, ну, в общем… Да. Так, вот схема. Да, вот те сосны, про которые я тебе, кажется, говорил, а потом… Так, подожди, подожди. Убери ложку. Да, и руку убери. Вот так. Оп. Слушай, а почему ты до сих пор не нашла возможности ему все рассказать? Он же дома. Или что, тебя больше конкурс не интересует? Ты хочешь быть няней? Сначала он не хотел слушать. Потом вроде как хотел, но Кире надо было помочь. Нужно было собирать и ехать потом. Понятно. В общем, все как обычно. Они были бы идеальной парой, но жалко, что не встретились. Типа того. Ясно. Нина. Так он же не женатый красавчик. Может, ты мне что-то не договариваешь? Кать, он женоненавистник. Угу. Его жена бросила, когда Кире всего лишь 2 годика было. Мне кажется, он зарекся. Да? Кого-то мне это напоминает. Ой, так, стоп. Все, я побежала, прости. Уже? Да, мы с Димой идем в кино. Кира должна была звонить 10 минут назад. Ну, ты как всегда. Пока. Пока. Павел Павлович, спасибо за ужин. Гости ушли. Кофе можно ко мне в кабинет. Да, Виктор Сергеевич, хорошо. Павел Павлович, а что вы думаете насчет нашей новой няни? Ну, думаю, что нам невероятно повезло. Ну, вам виднее, вы с ней больше общаетесь. Но характер у нее… Ну, а другая бы с нашей Кирой не справилась. Мы ведь это с вами неоднократно наблюдали, а? Думаете, они поладят? Да они уже поладили.
я сегодня был с ней как-то, может быть, резок. Ну да. Наверное. Ну, наверное, у вас есть возможность это исправить, когда они вернутся. Она, кстати, с вами хотела что-то такое обсудить. Что-то обсудить? Зачем? Не понимаю. Кира, нет, 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 только не сейчас. Света? Да. Ты Киру не видела? Она к телефону не подходит. Я не знаю. Я на пару минут вышла, вернулась, а ее уже нет. Привет! Что вам надо? Опачки! Что у нас тут? А? Уйди! Уйди сюда! О! Никто даже не понял, когда она ушла. И что теперь делать? Иди обратно, если вдруг она объявится, ты скажи ей, чтобы она позвонила мне. Меня зовут Нина. Запомнила? Ага. Отстань! Ой, тебе няня звонит. Упс, тихо. Нина, что случилось? Та Кира куда-то пропала. Вы ее не видели? Нет. Значит, в ту сторону она не могла пойти. На улице ее нет. Вероятнее всего, она пошла во дворы. Тогда давайте вы в тот двор, а я в тот. Давайте. Если что, звоните. Да. Придурки, я же папе расскажу, он вас посадит. А у тебя папа богатый, да? Слышь, батон, удачно попали. Папаша богатый, а денег не дает тебе, что ли? Это не ваше дело. Ага. Тихо, тихо. А ну, отпустите ага. Девочку. Тихо. Отпустите ее! Едем домой. Идем сюда. Она убила его. Кого? Игоря. Олег, а что случилось? Павел Павлович, долгая история. Пойди-ка умойся. Иди, иди. Потом мне все расскажешь. Кира. Кира, ты жива? Ой, какая девочка моя. Ну, что с тобой? Убирайтесь отсюда, вы уволены. Все, нет, пап, все стоп. Хорошо? Она меня спасла. Если бы не она, тебя не нужно было спасать. Пап, она единственная, меня понимает. Ты не можешь просто так ее уволить. Так, я вижу, с тобой все в порядке. А вы, пожалуйста, убирайтесь отсюда, чтобы завтра вас в этом доме не было. Я тебя не отпущу. Ты не уйдешь. Ты хороша, няня. Ничего не скажешь. А вы с Олегом, а что вы ее выгораживаете? Вы будто с ним сговорились. Вот ты куда смотрел? Виноват, не заметил, как она вышла. Олег говорит, что именно Нина рисковала, не побоялась бандитов и вообще вела себя смело и решительно в очень даже непростой ситуации. Да, если б не она. Да если б не она,
Моя дочь не оказалась бы в этой ситуации. Вот этой непростой ситуации. Ладно, свободен. С тобой завтра поговорим. Она должна была смотреть за ребенком. Обещала, что не оставит его без присмотра. Я не думаю, что ребенок возражал. И потом, Виктор Сергеевич, ну вы же знаете, как Кира, ну скажем так, избирательна в общении. И то, что она так привязалась к Нине, по-моему, дорогого стоит. А? Абсолютно право, стоит втридорого. Украденный телефон, разбитые коленки Киры и тот шок, который испытала девочка. Ну что ж, в таком случае выбор-то у нас невелик. Есть, наверное, три варианта. Первый – оставляем Нину. Ну, второй – ищем новую няню. Ну, и третий – самый, я бы сказал, простой и незатратный. Вы уходите с работы и занимаетесь воспитанием ребенка самостоятельно. Ну, хорошо, давайте, давайте дадим ей шанс, но последний шанс. Ну, по-моему, все-таки не мешал бы еще и извиниться. Хорошо. Вот пусть она завтра зайдет и извинится. Я имею в виду вас. Давайте я ее переодену. Давайте. Я правда виновата. Я упустила момент, когда Кира ушла. Завтра утром я уйду. Простите. Давайте поужинаем. В смысле? Я, пока Киру ждал, ну, вас с Кирой, я проголодался, подумал, что вы тоже проголодались. Давайте. Я плачу отпустил, я сейчас... Да, я пойду в пальто. Разогреюсь. А Олег, он не просто же водитель. Что? Ну, он дерется, как в кино. Не можешь же просто водитель-охранник драться, как в кино. Он что, спецназ? Отчасти. Да, бывший спецназовец. Хотя говорят, что бывших не бывает. Ну да. Знаете, я заметила одну вещь. Кире он относится с такой теплотой, ну, больше, чем водитель. Это вы верно подметили. Возможно, потому что его в детстве тоже мать бросила. Только он был подростком, а Кира... Да Кира ее даже не помнит. Ну, это и лучше. А то у нее есть отец,
Пал Палыч и няня. Ну, а при чем здесь няня? У нее есть отец, который должен проводить время больше, разговаривать, гулять. А когда, позвольте спросить, работа? Работа, вы же видите, передохнуть не дадут, все время разговаривают. Ну да. А вы вот позвольте спросить, зачем вам эта работа? Для чего вы работаете? Чтобы достойно жить. Дочь вырастить, дать ей образование. Ну, это понятно. Так а зачем ей это, если у нее, у вас времени нет, у нее часа в день? Непонятно. Послушайте, вы хотели со мной о чем-то поговорить? Сейчас вообще не тот момент. Поздно уже. Да, поздно, вы правы. Поздно, да. Спасибо. Спасибо вам за ужин. Что? Не переговорили с Виктором Сергеевичем о своем проекте, а? Что-то не получилось. Потом, при случае. Ой, вы знаете, иногда судьба не дает этого самого при случае. В смысле? Да я в молодости, вот, например, тоже из-за глупого недоразумения не сумел переговорить с любимой девушкой. Все думал. При случае расскажу ей про свою любовь. А все как-то не к месту было. Потом в армию ушел, потом. Угу. Ну ладно, что-то я разговорился, извините. Нет, нет, продолжайте. Извините, извините. Слушайте, а не сочтите за дерзость. Расскажите мне о своем проекте, а? Мне действительно очень интересно. Мне кажется, я уже никого не заинтересую своим проектом детского сада. Ну почему? Очень даже сможете. А что у вас за детский сад? Он что, какой-то особенный? Это детский сад в мегаполисе. Там тихо, свежий воздух. Ну, система коммуникации так построена. Звукоизоляция, кондиционирование. Что практически как в лесу. И там что, даже с ботаническим садом, что ли? Там еще и ботанический сад, вы верно все говорите. Вы что, шутите? Это серьезно. Там внутренний двор построен как оранжерея. Можно сажать, ну, хоть пальмы. Хотя я вижу больше фруктовые деревья. Странно. Вы знаете, в городке, из которого я родом, тоже был такой вот детский сад. Ну, этот детский сад был в Яблоневом саду. Ну, я ходила в такой детский сад, только у нас, в Зареченске. Вы что, из Зареченска, что ли? Ну да. И вы из Зареченска? Удивительно. Кира. Просыпайся. Ты опоздаешь в школу. Я туда больше не пойду. Если ты туда не пойдешь, значит, ты проиграла. А нам нужна победа. Поэтому давай, вставай, умывайся, приходи завтракать, и там обсудим все планы. Поняла? Сейчас приду.
Доброе утро. Доброе. Завтрак будет через минуту. А где Павел Павлович? Он не заболел? Павел Павлович я отпустил. Выходной у него до вечера. Кира проснулась? Да, проснулась, но в школу не хочет идти. Ну, хорошо. Я ее сам отвезу. Да, вчера кое-что произошло. Она не просто так ушла с вечеринки. Рассказывай. То есть, рассказывай. Сама расскажет. Нечего рассказывать. Все предатели. Допустим, но в школу-то все равно нужно идти. Не надо, не трогай. Я нормально, пусть поест. Давай еще раз. Что бы ни произошло. Не показывать обиду, не плакать, быть спокойной и веселой по возможности. Отлично. Если подойдет Игорь. Непринужденно поздороваться, выпрямить спину и продолжить движение. Умница. Целая наука. Не отвлекайте нас, у нас мало времени. Что делаем с подругой? Она мне не подруга. А, хорошо, но она все еще остается твоей одноклассницей, поэтому наши действия. Лучше никаких, только поздороваться. И чем нейтральнее, тем лучше. Без эмоций. Я попробую, но ты думаешь, что у меня получится? Я уверена, у тебя все получится. Вот и папа так считает. Правда? Абсолютно. Кира, привет. Ты почему вчера ушла? Мне стало скучно. Я искал тебя, хотел поговорить. Да? Мне показалось, что ты хотел поговорить не со мной. С тобой. Светка все специально подстроил. Сказала, ты про меня гадости пишешь. Ты не думай, я ей не поверил. Она говорит, идем покажу. Сказала, у нее какие-то доказательства есть. Ты не удержался, понимаю, любопытно же. И вовсе не любопытно. И вообще, это была просто замануха. Понятно. Ты вчера была такая красивая в этом платье. И сейчас красивая. Всем привет. Кира, а ты куда вчера вечером подевалась? Твоя няня тебя нашла? Нина? Так это не няня, а новая девушка моего отца. Да что ты. Помнится, вчера утром ты ее как бы случайно подвезла не до той школы. Ну знаешь, как хотим, так и дурачимся. Ты ведь тоже сценируешь того, чего нет. Игорь, ты идешь? Иди одна. Я в твои игры больше не играю. Да, Катя, я сейчас не очень могу говорить, я тебе перезвоню. Да-да, я тоже сейчас не могу говорить. Звоню, чтобы ты не забыла вернуть платье. Договор был сегодня до утра. Все, пока. Платье. Платье? Да. Поехали. Какая девочка была прелестная, какое платье красивое, как можно было так испоганить? Простите, виноваты, мы все признаем и готовы компенсировать моральный... Компенсировать? Это вам не дешевая лавочка с тиражными костюмами. Здесь каждая вещь уникальна. Их оценить невозможно. Простите, этого будет достаточно? Да, достаточно. Прошу вас. Извините. А что, что-то не так? А зачем все это сейчас было? Нужно было как-то просто компенсировать стоимость. Простите, но вы же слышали, что цены у этого предмета нет. И я понимаю, что я склонен к каким-то широким жестам, но я так понимаю, что это уникальная вещь. Давайте поедемте. Киру нужно забирать из школы. У нее сегодня всего лишь 3 урока. Нина, я понял. Извините. Я такого больше не повторится. Хорошо? Катя. Да? Екатерина. Да? Такси заказали? Да, конечно, еще с утра. Я же вам сразу сказала. На 19. На 19. Хорошо. Угу. Все в порядке? Да-да-да. Простите, точно на 19?
Да, вы же просили на 19, я заказала на 19. Да. Хорошо. До 19. Психованный сегодня какой-то. Я не понимаю, ты не знаешь, может, у него свидание? Вообще. Смотрите-ка, похоже, Кира правду сказала. Это не няня. Ну да, стал бы ее отец с няней подвозить. Приехал бы один. Убедились? Пока. Ну что, до завтра тогда? Пойдем, я тебя с папой и Ниной познакомлю. Может, в другой раз. Пойдем, что ты как маленький. Папа, Нина, знакомьтесь, это Игорь. Здравствуйте. Виктор Сергеевич. Игорь. Очень приятно. Вот дура все же, Светка. Понятно же, что рано или поздно любое вранье выплывет наружу. И чего она добилась? Теперь с ней никто дружить не хочет. Хорошо, что ты так по-взрослому все воспринимаешь. Без вас я бы не справилась. Ни с паникой, ни с собой. Да прекрасно бы ты справилась. Просто на это ушло бы больше сил и времени. Нет, правда. Спасибо вам обоим. И простите, что так по-дурацки себя вела с вами. Как неожиданно взрослеют дети. Так ты меня простил? Да если б не руль, задушил бы тебя. Собственными руками, в своих объятиях. А вообще, я сегодня все уроки сидела и думала. И знаете, что поняла? Это так круто управлять своими эмоциями. Ведь когда психуешь, многого не замечаешь. И не понимаешь, что происходит на самом деле. Папа. Теперь я буду всегда такой. Буду учиться контролировать себя. Молодец. Сегодня прям праздник какой-то. Ну, не по календарю, так по настроению. Пап, спасибо, что ты сегодня со мной. Помнишь, мы в этом кафе летом сидели, когда нам билетов на сеанс не хватило, мы следующие ждали? Да, помню. Мы еще у них мороженое заказывали, фирменное. А, как оно? Ну, хорошо. Я помню, помню. Банановое, манговое, ну, и клубничное, да? А давай снова все три закажем? А, давай, только Нину подождем. Мы же не знаем, может, она вообще мороженое не ест. Пап, спасибо тебе за Нину. Она меня поддерживает, понимает. Как друг. Ну да, она хорошая. Очень. А еще вы с ней хорошо смотритесь. Слушай, Кир, ну... Да ну перестань. Ну, что ты? Ну ты меня смущаешь. Еще не заказали? А, я буду клубничная. Оно здесь фирменное. А еще здесь вкусное манговое и банановое. А что? Ничего, ничего. Я просто... Ну, я просто часто хожу в это кафе, когда грустно. Мороженое поднимает настроение. Thank you.
вечер. Виктор Сергеевич, к вам там посетитель. Говорит, что ему назначено. Довольно давно вас ждет. Я совсем забыл. Как же... Пап, ну ты же обещал, что сегодня никаких встреч. Слушай, эту встречу я назначил до того, как пообещал тебе. Ну, я одну минуточку и все, хорошо? Виктор Сергеевич? Кира? Кира. Георгий Алексеевич? А вы знакомы? Что вы здесь делаете? Мы. Виктор Сергеевич, эта женщина вас обманывает. Детский сад – это мой проект, мой. Она его украла. А вот почему вы меня уволили. Чтобы мой проект себе прибрать. Я уволил вас за бездарность. Стоп, вы что? Обалдеть. Представляете, что? Вы представляете? Пожалуйста, в мой кабинет. Виктор Сергеевич, там все мои подписи есть. Я уволил ее за бездарность. Георгий Алексеевич, пожалуйста. Георгий Алексеевич, присядьте, пожалуйста. Авторство мое. Что вообще происходит? Не волнуйся, не волнуйся. Папа твой во всем разберется. Ты иди к себе, займись уроками. А я попозже подойду. Иди, иди. Ну что, может быть, чаю? Мне что-нибудь покрепче. Понятно. Чаю покрепче. Он отказался отправлять мой проект на конкурс. Специально уволил, чтобы присвоить себе. Ильинична, я сюда пришла, чтобы передать его. Если ты хотела этот проект послать на конкурс и хотела мне передать его лично, почему ты мне об этом ничего не сказала? Я говорила же, говорила. Вот он лежит тут. Ты торопился все время, понимаешь? Не до этого тебе было. Я пыталась объяснить. Хорошо, допустим, в тот вечер я действительно торопился. Да и потом наши отношения складывались не очень, и тебе не удавалось мне сказать. Но сегодня-то мы были весь день вместе. Да я не хотела вам с Кирой мешать. Так мало с ней времени проводишь. Я хотела вечером тебе сказать. С Кирой? Скажи, а няня ты зачем притворялась? Никем я не притворялась. Ты сам решил, что я няня. Слова не дал мне сказать. Ты что, мне не веришь? Извини. Мне нужно все проверить. Георгий Алексеевич, уважаемый архитектор, который руководит
Моим филиалом уже несколько лет. Не могу же я вот так взять просто и обвинить его в воровстве. То есть меня ты можешь обвинить в воровстве, а его не можешь? Она обманула меня, но зачем? Ну, не надо так думать, я тебя прошу, не надо. Вот поверь мне, твой отец сам поймет, что обвинение этого человека, ну, просто бездоказательно. Зачем он тогда притворялся няней? Ну, это я уговорил ее остаться и объяснить все твоему отцу. Ну, и потом, в конце концов, вот какая разница, кто она такая, если она искренне тебя полюбила? Полюбила, а теперь бросает. Ты уходишь? Поверь, я этого не очень хочу. Я совсем не хочу, но у меня нет выбора. А как же я? Кто мне говорил, что выбор есть всегда? Кто меня учил не сдаваться, не обращать внимания на то, кто и что там про меня говорит? Тихо. Послушай, а так сложились обстоятельства. Я правда не могу остаться. Малыш, мы обязательно с тобой увидимся. Вы все меня бросаете. Меня мама даже бросила. Папе вечно не до меня. Я никому не нужна. Кира, это не так. Ты всем нужна, поверь, малыш. Ну, прости. Это так! Вы все врете! Уходишь, уходи. Прости. Ну и проваливай. Жили как-то без тебя. Постойте, Нина. Постойте. Он что, вам не поверил? Не поверил. Ну, вы его поймите, Нина. После неудачного брака у Виктора Сергеевича очень трудно складываются отношения с женщинами. Ну, ему будет нелегко принять это решение. Я понимаю. Вы поймите, что ему действительно трудно. Я понимаю. Всем трудно. Ему трудно, а мне легко. Ну, а как же Кира, Нина? Георгий Алексеевич, приношу свои извинения. Надеюсь, вы понимаете, что в сложившейся ситуации нам с вами лучше перенести встречу. Ну что? Я с вами свяжусь в ближайшее время. Отличный проект. Спасибо за чай.
Что, ушла? Ушла. А Кира что? У себя в комнате. Злится, наверное. Вот оно как оказывается на самом деле-то. Виктор Сергеевич, Нина действительно хотела с вами поговорить. Она для этого сюда и пришла. Павел Павлович, уверяю вас, если бы женщина хотела поговорить, она бы это и сделала. Но судя по тому, что мы видели, эта женщина хотела совершенно другого. Например, подсунуть свой проект. Или не свой. Никакая няня. Ай, правильно, хватит с нас няни. Ты серьезно? Ну да. Ты же у меня уже большая, взрослая. Зачем тебе няня? Да и мне она не нужна. Уже все закончилось. Ну, поверь мне, в жизни так все непредсказуемо, и то, что твое, оно никуда не денется. Значит, не мое. Ладно, мам, я... Спасибо тебе, я тебе завтра перезвоню тогда, ладно? Держись, милая моя. Я рядом. Все будет хорошо. Открываешь, я думала, усну тут под дверью. Нин. Нин, что случилось? Да сейчас, Кать, мне лучше одной побыть, правда. Ага, сейчас, конечно, одной побыть. Давай выкладывай, ты знаешь, что я не отстану. Нин. Ну чего? Да ничего. Так. Успокоилась. Я с ней посидел, пока не заснул. А насчет новой няни вы что-то решили? Да. Мы скорее решили, что пока не будет новой няни. Я сейчас до конца недели дома. Завтра ее Олег отвезет, привезет. Вы нас покормите. Она говорит, сама уроки сделает. А дальше, дальше видно будет. Виктор Сергеевич, вы меня, конечно, простите за чрезмерное любопытство. А насчет проекта вы что-то решили? Проект уникальный, так что строить будем. Только вот неизвестно пока, кто автор. И еще один вопрос. Вы уж извините. Но не хотелось бы откладывать. Да-да, я слушаю. Мне нужны деньги, чтобы заплатить Нине. Заплатить?
Виктор Сергеевич, Нина отработала 3 дня. Но мне кажется, было бы правильным, если бы... Да-да, вы совершенно правы. Вот возьмите столько, сколько посчитаете нужным. Если позволите, я сам ей их завезу. Да нет, вы с Кирой посидите, она может проснуться. Я немножко поработаю, пусть Олег отвезет. Как скажете. Значит, что Терехин спер твой проект, это вообще не проблема. Это вряд ли. Такие, как он, даже мелкие гадости продумывает. Наверняка уже все почистил. Да. Концов не найдешь. Но дело не в этом. Да? А в чем дело? Ты полгода работала над этим проектом. Пахала с утра до вечера, по ночам. А теперь не в этом дело. Я тебя не понимаю. Он мне не поверил. Кто тебе не поверил? Что ты говоришь? Нина? Нина? А что происходит? Да, слушай. Так, то есть ты или Денёв, я правильно понимаю? Да-да-да-да-да, ты можешь мне ничего не говорить. Ты я все вижу по глазам. Ты не понимаешь. Так-так-так, что-то было? Было что-то? Ты не понимаешь, ты не о том говоришь. Нет. Я как раз все понимаю. Это ты не о том говоришь. Ты стоишь тут, пьешь чай, как дурочка. А нужно что-то делать, понимаешь? Ты кругом права. Хватит ныть уже. Если ты видела, как он со мной разговаривал. Господи, я ничего не видела. Я ничего не видела, но факт остается фактом. А что бы ты подумала на его месте, интересно? Да ничего я не подумала. Ты понимаешь, дело просто в элементарном доверии. Ой. У него нет доверия, значит, ничего нет. А если надо объяснять, то объяснять уже не надо, извини. Слушай, твои тупые принципы, они приведут тебя в никуда. Ты взрослый человек, что ты городишь, скажи мне. Давай, иди, открывай. Я не пойду. А вдруг это Леденев пришел извиняться? Я не пойду. Иди давай. Так, хорошо, я не принципиальная, я открою. Добрый вечер. А здрасте. Нину можно? Да, конечно. Нин. Спасибо. Да. Виктор Сергеевич просил передать. А, Виктор Сергеевич просил передать. Ну, передайте ему тогда, Виктор Сергеевич. Не, ну, прости, я лишь делаю свою работу. Если не хочешь брать деньги, не бери. Ну, тогда разбирайтесь сами. До свидания. Олег, подождите. Вы не могли бы меня отвезти к Виктору Сергеевичу? Да, конечно. До свидания. До свидания. Твои деньги. Ты их заработала? Я сюда не работать пришла. А тогда зачем ты здесь оставалась? Вот эти вот игры и вопросы. Что, если, почему, зачем? Ты все передергиваешь. Ладно, давай на чистоту.
Давай. Это действительно твой проект? Да, мой. Допустим, предположим, я тебе поверил. Если это твой проект, ты будешь его вести. Что опять не так? Чем ты недовольна? Да, вот это вот предположим, допустим, сколько можно. Да или нет? Да пошел ты. Нина, похоже, я вас сильно подвел, да? Но если б я сразу о вас все рассказал Виктору Сергеевичу, наверное, ничего бы этого не случилось. Да нет, вы все правильно говорите. Этого бы не случилось. Я бы не осталась в доме, не узнала бы Киру, не привязалась бы к ней, ну, не увидела бы Леденева другими глазами. Вы не виноваты. Это я вам только благодарна. Знаете, Кира так переживала эту ситуацию. Ну, сейчас, слава богу, заснула. Да и вы не принимайте это близко к сердцу. Я вас очень прошу. Завтра проводите ее в школу, а? Хорошо. Только сейчас я должна побыть одна. Вас Олег отвезет домой. Виктор Сергеевич, вы позволите? Я сказал, что готов отдать вести ей этот проект за счастье. Отказалась. Послала куда подальше. Ну и что это, Павел Павлович? Как все это понимать? Сначала она из-за своего проекта готова терпеть все выходки Кира, а теперь сама отказывается. Ну, сейчас в ней говорит обида. Ну, а мне-то что делать? Не позволять боли и гордости говорить за вас. Но ведь она меня использовала. Вот это боль. А потом сама отказала. А это гордость. А по-моему, это тупик. Виктор Сергеевич, я однажды в юности позволил своей гордости кое-что решить за меня. И потерял любимую женщину. Навсегда. Ну и вот, остался один. Вы сейчас можете совершить ту же самую ошибку, что и я когда-то в юности. Вам просто обоим надо успокоиться. Одно неверное слово, и все может плохо кончиться. И уж точно, этот разговор должен состояться не по телефону. Судя по твоему выражению лица, все плохо, да? Так хорошо. То есть не поговорила? Да? Так, и чем разговор закончился? Он предложил мне возглавить проект. Ну, так это отлично. Это что, чего ты хотела? Что такая кислая? Он мне так его предложил. Знаешь, он сделал такое великое одолжение. Нин, это невозможно. Нин, какая разница? Это то, что ты хотела. Проект твой. Вы теперь вместе. Не, мы не будем все вместе. Я отказалась. Что значит отказалась? Ну, не надо мне проект такой ценой. И вообще, такое одолжение. Ложись спать. Тебе завтра уже на работу, наверное. Да, конечно. Вот теперь самое время поспать.
Нин, ты такая дура, я не могу. Это фантастика просто. Поехала я домой. Кира, тебе же завтра утром в школу, помнишь? Пап, я пришла поговорить не об этом. Мы с тобой вообще о маме не разговаривали. Я до сих пор не могу понять, почему она ушла. Как она нас бросила, я знаю. Улетела отдыхать, а потом написала сообщение, что не вернется. Но почему, мне до сих пор непонятно. Да мне тоже непонятно. Мне казалось, что у нас все хорошо. Поэтому, наверное, не замечал многого. Казалось, что мы счастливы вместе, что она меня... Я не знаю, может, она меня не любила и хотела просто красивой жизни. Не знаю. И поэтому ты теперь никому не веришь? Я тебе верю. Пап, а если я смогу доказать, что Нина не виновата, ты сможешь ей верить? Кир, ну это все сложно. Да что вы заладили оба? Все сложно, все сложно. На самом деле есть только да или нет. Какой ты мудрый человек, а? Прям страшила. Почему сразу страшила-то? Потому что только у него одного были мозги. Пойдем спать. Кира! Виктор Сергеевич! Кира, давай быстрее, опоздаю в школу. Виктор Сергеевич, она уже уехала. До начала уроков еще минут 40. Полчаса назад. Интересно, куда в такую рань? Ну, сама встала, сама позавтракала. Вызвала Олега, уехала в школу. Просила сообщить, что у нее сегодня 7 уроков, так что раньше 4 ее не ждать. Обещала позвонить. По-моему, примерный ребенок. Да как-то слишком примерный. Не знаю, радоваться этому или как. Ну, надеюсь, очень скоро мы это поймем. Виктор Сергеевич, ну а вы-то как? Готовы? Ну, если честно, Павел Павлович, я не знаю. Ну, вот тут... Я... Ну, вот у меня тут адресок Нины. Это на всякий случай, когда вы будете готовы. Я тебе завтрак принесла. Да, я уже завтракала. Мне больше достанется. В смысле? Что, я не завтракала сегодня? Точно не хочешь? Точно. Знаешь, я хочу доказать папе, что автор проекта ты. Не надо. Почему? Потому что я этого не хочу. Да. Чего ты смеешься-то? Да, я просто вспомнила фразу, которую ты мне сказала в самый первый день. Что я тебе интересно сказала? Ну, это было примерно так. Человек, который не может принять чью-то искреннюю помощь, не может быть счастливым. Сейчас мы с тобой вот как раз поменялись местами. Слушай, давай. Ну хорошо, ты докажешь все это, и что дальше? Ну, а дальше посмотрим. Ты мне скажи, ты свой проект делала на работе или дома? Дома. На работе. На работе. Так, на работе. Отцу хочешь говорить? Нет, пожалуйста, не надо ничего делать. Да успокойся, папе я ничего не скажу, это наш с тобой секрет. Так, что еще? Копия файла на флешке есть? Нет. Это плохо.
Ну а зачем, если у твоего отца на столе вот мой проект лежит в распечатанном виде? Ну, знаешь, чтобы доказать, кто автор, надо ему показать, что твой файл создан раньше, чем у этого Георгия. Бесполезно. Ты мне лучше скажи, у тебя остались люди на работе, которых можно попросить о помощи? Нет. Да, Катя. Ну, тогда звони ей и скажи, что мы приедем. У тебя что, занятий в школе нет? Стоишь тут, рассуждаешь. На сегодня к третьему уроку. Училка заболела, а русской литературы не будет. Не училка, а учительница. Это не важно. Главное, что у нас много времени. Здравствуйте. Привет. Привет. Ну что, едем? Ребят, я... Правда, спасибо вам большое, но ничего у нас не получится. Наверняка уже кто-то вместо меня работает, и Георгий удалил уже все файлы с компьютера. На серваке хранится резервная копия системы вашего компьютера. Так что можешь достать любой файл. Поехали. Куда? К вам на работу, за файлом. Кира сказала, что это вопрос жизни и смерти. Или я что-то не так понял? Все правильно, понял. С Олегом я уже договорилась. Остается только помирить себя с отцом. Но я не могу прийти вот так в офис. Да никто туда не пойдет. Нам только нужен номер телефона твоей подруги. А дальше Игорь справится сам. Угу. А ты Кира? Да, это Игорь. Говори, что нужно делать. На зеленой флешке места много. Можно туда сохранить файл с проектом Нины. Просто лень ее отвязывать. А, хорошо. А на остальных что? Я все файлы храню на флешках. Мало ли что с компом случится. На них надежней. Смотри, какой сообразительный. Так, ладно, я побежала, а то шеф хватится. Вы сидите в машине. Слушай, а ты не знаешь, где Нина? Дома, наверное. Не знаю, я и звонила, звониться не могу. Ладно, все, ждите. Потом, сейчас занят, я же на испытательном сроке. Понимаю. Что? Поменяй, пожалуйста, воду в кулере. Но я же девочка, у меня не получится. Ты такой сильный. Понимаешь? Спасибо. Спасибо. Короче, компьютер отформатировали для нового сотрудника, и никаких файлов Нины здесь больше нет. Посмотрите в корзине.
Корзина тоже пуста. Что делать? Идите в сервер. Среди флешек найдите маленькую черную флешку. На ней серебряным маркером крестик нарисован. Хорошо. Спасибо, спасибо большое. Ох, и влетит мне из-за вас. Наша задача – доказать, что Нина – автор проекта, а если и влетит, то я попрошу папу, и он… Да-да-да, я поняла, что папа всех прикроет. Если, конечно, сам не уволит. Знаю, что я тут… Работаю с малолетними хакерами. Так, все, я в серверной. Что делать? Теперь нужно вставить черную флешку в сервер. Так, сейчас. Черную? Да. Так, вот она. Ну? А куда ее здесь вставлять? Это не так просто. Я вообще ничего не понимаю в этом. А это не важно. Просто вставьте флешку. Остальное я сделаю сам. Главное, чтобы ее никто не вытащил, пока я не скажу. Так, хорошо. Все. Готово. Ну, полетели. А как ты найдешь нужный файл? Это просто. Зададим на серваке перекрестный поиск на совпадение файлов между компом и бэкапом. Потом исключим системные, логи и прочую фигню. И найдем проект, который кто-то украл и почистил за собой следы. Круто. Так. Так, осторожно. Отпусти, я сам. Подожди, это велосипед для взрослых. Подожди, сынок. Кирилл, ну стой. Стой, я тебе говорю. Остановись, остановись, остановись. Ты как? Нормально, спасибо. Спасибо. Кирилл, что это за фокусы? А если бы ты упал? И пусть. Зато теперь ты мне веришь. Сынок, я тебе и так верю. Спасибо. Спасибо еще раз. Спасибо. Ну что, попробуем еще раз? Угу. Только аккуратно. Договорились? Угу. Ну давай. Не спеши. Главное, не спеши. Ребята, давайте как-то побыстрее. Я тут торчу как дура. Я и так работаю на первой космической скорости. Детектив какой-то. А почему это вы не на своем рабочем месте? Что такое, вы меня потеряли? Кать, у меня иногда складывается ощущение, что вы не очень умный человек. Да? Вас что, уволили так же, как Нину? Я просил вас сделать кофе. Дело в том, что в кулере закончилась вода. Я попросила нашего нового сотрудника поменять ее. Как только он это сделает, я принесу вам кофе. Вот как только вы закончите с вашим сотрудником, сразу зайдите ко мне в кабинет. Без сахара! Так, ребят, давайте быстрее, а? Есть! Нашел. А ты сомневалась? Нет. Ты чего? Это вместо шоколадки за помощь. Эй, вы там про меня не забыли? Мне вообще-то работать надо. Так и за вас нагоняй получила. А, да-да, простите. Все, теперь можно вытащить флешку из сервера. Спасибо. Вот, тут два файла и логи. На случай, чтобы доказать, что их распечатывали. Ты настоящий кул хакер прям. Да ладно тебе. Вы уже готовы сделать заказ? Да. Можно мне один кофе, два шарика бананного и один апельсиновый. А мне, пожалуйста, клубничного. Апельсиновый не хочешь попробовать взять? В прошлый раз вроде тебе понравилось оно. Да зачем? Я у тебя укушу. Не надейся. Ну почему же я тебе клубничного дам? Да не надо мне никакого клубничного. Послушай, я тебе не верю. Я уже это, знаешь, 100 раз. Так, значит, мороженое без меня. Дочь, ты почему не в школе? Какая школа? Какая? Твоя? Да, это я поняла. Ну, короче, вот, как обещала. Это что такое? Это доказательство того, что автор проекта Нина. О.
Цель нашего ежегодного конкурса – поддержка инициативных архитектурных проектов. Признаюсь, что в этом году выявить победителя было не очень легко. Однако давайте начнем с поощрительных премий. Итак, за лучшее технологическое решение награждается мастерская Алексея Иванова. Алексей, прошу вас сюда. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Благодарю. Спасибо. Спасибо, Алексей. За лучший проект многоквартирного жилого дома награждается наш филиал из Оренбурга. Ребята, давайте сюда. Поздравляю. Спасибо. Успехов в будущем. Спасибо. Ну а проект-победитель в этом году превзошел все наши ожидания, поскольку его можно было бы наградить по многим номинациям. Многофункциональность, отличный дизайн, энергоэффективность, экономичность. Но ценность этого проекта не только в этом. Мне кажется, что человек, который разрабатывал этот проект, понял главное. Дом, он может быть красивым, богатым, блистательным, респектабельным. Но главное, что внутри. А если там уютно, то там радостно жить. Особенно, если в этом доме растут дети. Итак, проект-победитель – детский сад будущего. Автор проекта – Нина Гуськова. Я поздравляю вас. Спасибо. Поздравляю вас. Спасибо. Прошу, 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 прошу. Она становится не только руководителем этого проекта, но и директором нашего московского филиала. Приветствую, с возвращением, прошу, прошу. С каким возвращением? Смотрите, какая добыча. С добычей. Ниночка, поздравляю. Я вас, честно говоря, всегда верил. Это очень круто, молодец. Слезай, иди, иди поздравь Нину. Ну что ж мы на пороге, ну пойдем. Прошу, прошу. Нина, Кира, пойдем. Ток-ток-ток. Здравствуйте. Мама, это моя мама. Привет, Антонина очень. Васильевна. Мамочка, ну почему ты не сказала, что ты сегодня приедешь? Что ж вы не предупредили? Я бы за вами водителя послал. Да ничего. Но вы вовремя. Мы как раз собираемся отмечать Нинин приз. Замечательно. Пожалуйста, встречайте. А, да-да. Господи, что ж я действительно. Очень приятно, Антонина Васильевна. Мне Нина о вас много рассказывала. Много. Мне тоже очень приятно, Павел Павлович, наконец-то познакомиться с вами. А вот это вам подарок с малой родины. Спасибо, позвольте. Пожалуйста. Вот посадите, у вас тоже будет яблоневый сад. Ну, прошу, прошу. Спасибо. Можно саженцы сюда оставить. Им в холоде будет даже лучше. А, да, проходите, проходите. Господи, что же это? Вот так. Вот так.
так, аккуратненько, все, да. Ну вот корень может быть немножечко сюда, вот чуть. Ой! Ой, господи, ну что же это? Ой, спасибо большое, извините.